Всем привет, это КСХ, и сегодня я дальше начинаю походить Metro Last Light. Что он там уже? Ладно, пошли. Остановились мы на том, что я прошел некий пролог. Ну как пролог? В общем, маленькую часть игры. Все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сейчас мы направляемся на встречу с мельником. Интересный механизм. Которых ходят слухи. Те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого... раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ну да, ну да. Ладно, пошли. А чё, поехали уже, что ли? Да, это... это мы D6 что? Взяли, но сколько ждут выходов и входов. Целый город, тайники. Прикольный у меня баг. Хотя, конечно, можно только мечтать. Только что ребята вернулись с кольца. Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и фашистам поближе. Мельник приказал отовсюду людей мужики, выводить. Все а забирают. Кто-нибудь знает, командный что центр. Зачем вызывать? Походу, это уже здесь. Герман, эти к Мельнику в штаб. По вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Боится, что ли? Ну чё, пошли, хан. Артём, я чувствую, я просто уверен, что уничтожение чёрных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Может быть, может быть. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хам, что за бред? Черный худший из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, он нам не угроза. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывести его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Даже не знаю, на чьей мне стороне быть. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что застыл, кролик? Давай за мной. Окей. Артём, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Окей. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить... Так, заметка. Ну ладно.
вслух не буду читать. Да, интересная заметка, может это действительно так. Чё, поехали. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне, не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Ну, даже не знаю, не знаю. Все-таки черный меня не убил. Оу, а вот и он, наш транспорт. Так, кролик, заскакивай. Да че кролик-то? Снайпер, блин, сильный. Все, кролик, это место себя исчерпало. Понятно. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Так, отлично, оружие. Раньше все это было обычным делом, а сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Ну почему же? Может, еще можно что-то сделать с этим? Прибыли. Это станция секрета метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Все-таки... АК Forever. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Окей. Так, готов? Надеюсь, это не вперед. Хоррор. Осторожно, двери закрываю. Удачи, ребят. Конечно же, нет. Примета нам сейчас, кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже блин, тогда... Блин, а можно эту паутинку? Ракеты на рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. О, да. Ну чё? Ладно, напряжение есть. О. Открывай ворота, я держу проход. Не уверен, что тут кто-то есть. Да ладно. Да бедняги. В принципе, я даже не тут знаю, кто чисто. Это был. Выдвигаемся. Ну да ладно. Так, по плану впереди вход в коллектор. Что-то она медленная. Действительно. Иди вперед, я за тобой. Да. Давай направо, слева тупик. Да, там тупик. Что-то испугнуло, будь начеку. Вот это скорость. Ну да, ну да. А у тебя ничего, реакция нормальная. Так, лестница. Так, тут осталось чё? Совсем чуть-чуть. И может быть, что-то найду? Или кто? И тут совсем ничего. Нет, записочка. Так, может, делай не в черных. Время сейчас... Один похож на свой... Ясно.
Этого чё? Патроны. Большой ничего. Поверхность. Надевай противогаз. А как? Понятно. Оу. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Да ладно, ладно. По-другому просто никак. Помоги-ка. Да. Это, видимо, время, сколько у меня противогаз будет, да? Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Окей. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам вылезет. Блин, ничего не видно. Стараюсь оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Ага. Понятно. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Думаю, еще тут что-то поискать. Вдруг что-то найду. Я не уверен, что я сюда даже пойду. Так что лучше иду уже туда, куда надо. А это еще что? Я на метке. Вижу тебя. Так, блин. Слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Есть какое-то движение? Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не чёрный. Это стражи. Дробовик пригодился. Успел забыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Меняю магазин. Еще! Смотри за камышами. Перезарядка. Че? Так, давай влево. Торгись на вход. Блин, какой живучий попался. О, щит. Чуть я ступил немножко. Упал куда-то еще. Нужно нормально калашникова взять и там потащить их все. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько есть как... Че там? Движение. Приготовься. Сейчас я готов. Оп. Это не черные. Это стражи. Давай подходи. Пока что норм, держусь. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Нужно ближе, ближе, ближе подходить. Да. Перезарядка. Еще! Смотри за камышами. Плюс, плюс. Вроде бы все. Так, так, вроде все почистили. Ты цел? Ну да. Эй, ты цел там? Да цел я. Такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артем. Ну я о том же. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Ща увидим, что тут. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот окей. Он. Мелковат. Но с виду черный. Ну что же ты? Давай! Не убивать я все-таки его не буду. Как это он? Обходи слева. Хочу узнать, что тут произошло вообще. Блин, не, не сюда, не сюда. Постой. Он должен быть тут. Следи за тобой.
этому гаду. Прыгай за ним, Артём! Там не обойти. Так, налево. Тихо, 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 тихо. Он прямо над тобой. Осторожней. Готов. Фильтр. Ситуация, конечно, подходящая. Живой все-таки. А типа что такое? А, это же когда они выпускали эти сами. Было дело. Ага. Я так понял, он один спасся. Понятно. Тяжело, блин. Тяжело им предстоит. Это еще кто? Чуваки. Тепленький. Гутен морген. Да.